Ничего не отвечает. Это наша территория. Мы что хотим, то и строим. Гречишный завод «Дамокловым мечом» навис над жителями поселка Глазуновка. Благое вроде начинание предпринимателей по созданию 120 рабочих мест не нашло отклика в сердцах возмущенных жителей, ведь расположился он вплотную к их домам. Этот завод имеет класс опасности по Санпину 3. Это означает то, что санитарно-защитная зона этого завода составляет не менее 300 метров. Мы, в принципе, не против того, чтобы завод был, но не у нас. Пусть, как положено по закону, по Санпину, по земельному кодексу, за пределами поселка Глазуновка. Руководство «Агроленд» от комментариев отказывается, но ссылается на наличие всех необходимых документов. Мы комментариев давать не будем. Ага. Это заместитель генерального директора. Глазуновцы, в свою очередь, удивляются, как могли чиновники вместе с надзорными органами их подписать. Вот это гараж они поставили, они сказали, что он будет незакрываемый, продуваться будет. Однако они его закрыли. Тень на картошку падает вот. До обеда вообще ничего не бывает. И потом стек вот это сделали. Стек сделали, это куда будет течь? В огород ко мне. Но если с тенью худо-бедно мириться можно, то со строящейся вышкой по очистке и переработке зерна в крупу нет. Ведь запуска предприятия здесь ждут как судного дня. Вот наш дом. Вот моя форточка рядом. Вот теперь будет крупорушка, которая строится. От моей форточки это 50 метров буквально. Вы представляете, какой здесь будет запах, пыль? Здесь жить-то невозможно. Вот мой гараж. Смотрите, он вплотную. Там даже пространство 15 сантиметров нету, не отступили. Они делают все впритык. По словам представителей прокуратуры, есть много вопросов к статусу земли, на которой расположились дома глазуновцев. Якобы дома и вовсе не имели права здесь строить. Я живу здесь 52 года, вот в этом доме. Угу. Когда строили дом, а этот дом строили для первого военкома. И чтобы построить, они вывели из земель промышленности в земли поселения. Поэтому и люди построились дальше, до музыкалки. Вопрос о нарушении законодательства можно будет поднимать, когда завод заработает, говорят в прокуратуре. Тогда измерят шум, выбросы и вынесут вердикт. Доводы поступившего обращения будут тщательно изучены, им будет дана правовая оценка. И в случае необходимости прокурорами будет решаться вопрос о принятии мер реагирования. А пока «Агроленд» продолжает возводить многометровые конструкции, и глазуновцы продолжают писать во все инстанции. Вечером где-то в районе 19:20-19:30 приезжал человек, который посоветовал мне забрать заявление от полпреда. Ну, вообще, забрать все документы. И пояснил, что у меня на раздумье пару дней есть. Дмитрий Пустой, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».